У тебя проблемы в отношениях? Звони ведунье Чичили, и она решит все твои проблемы. Боже, неужели пойдет дождь? Кто-нибудь прочитает мне гороскоп? Простите, Дон Микеле. У вас тут нет поблизости туалета. Мне очень надо. Я говорил тебе, зря ты бросила Джонатана ради этого чертова философа. Нахрена нам нужен философ? Вас окружает какая-то черная тень. Мне кажется, вас кто-то проклял. Ладно, знаешь, как говорят. Дождь на свадьбу — это к удаче. Да что происходит? Может, хватит? Почему я так странно говорю? Потому что ты потеряла это. Это что, жвачка? Нет, это резец. Резец? В смысле зуб? Да. Господи, я потеряла зуб? Папа все уладит. Схожу, возьму суперклей, который использую для плитки. Ты правда думаешь, что суперклей подойдет? Скажи, что ты только начал. Нет, Эдуардо, я же говорил, я в таком состоянии с тех пор, как вошел в туалет. Ну, уже полчаса прошло. Вот именно. Он что, правда передумал? Нет, он не передумал. У него просто физиологическая проблема. В смысле? Говорит, что не может прекратить писать. Ты издеваешься? Вот вода. Ты обалдела? Еще вода? Так он никогда не прекратит. Даниэла, в чем дело? Ты ничем не болен, папа. Тебя просто прокляли. Господи, прокляли! Еще запомни, что твое счастье зависит от несчастья других.